Всем привет! И сегодня у нас последний день в нашей школе. И я сегодня буду прощаться со своими одноклассниками. Я пошла обуваться, потому что уже опаздываю. Сегодня домой я, наверное, приду вся в слезах, потому что мы переезжаем, и это последний день в нашей школе. А я пошла. И сейчас вы увидите, что будет происходить в моем классе. Алена Геннадьевна, это вам. Примите, я вам скажу. Замашу, она стесняется немножко. Спасибо. Это вам. Спасибо. Да, я обниму до тебя. Крепко-крепко тебя обниму. Хороший ребенок. Темные – это мальчикам, Маш, пакетики. Тебе помочь? О! Мирая, Алена. Ужас, да? Ой-ой-ой, японские волшебные сказки. Круто. Да, да, да. Очень долго готовились, больше месяца, да? Я открою, что тут есть. Испытаешь всех-всех нас. Пойдемте сюда. Мы хотели бы, чтобы... Идем сюда. Вы очень долго думали, Станя, прижал, чтобы... Всем все было видно. Очень долго думали, что же подарить тебе. И решили, что это будет самым памятным, то, что мы тебе вручаем. Мы хотели бы, чтобы ты с ребятами, хотели бы, чтобы ты сейчас это открыла, а рассмотрела это уже дома, когда тебе будет скучно, грустно, ну или когда ты захочешь спуститься. Давай. Читай так, чтобы мы все слышали. Ну, читай. Читай. Ну, давайте все вместе прочитаем. 3-4. To Masha we love from grade 3M. Шахматом, Маша. Открывай. Каждый из нас постарался вложить в эту книжку частичку, ну, чего-то доброго. Каждый из нас постарался записать тебе те самые сокровенные слова, которые он хотел бы тебе сказать, но почему-то не смог. Я думаю, когда ты на досуге почитаешь эту книжку, для тебя будут удивительные слова, удивительные какие-то мечтания. И ты здесь даже найдешь тех, кого не ожидала увидеть и услышать. Мы тебя очень любим. Ну, давайте обнимем Машу сильно-сильно. Я думаю, каждый, кто хочет что-то сказать Маше, может быть. Может быть, обнять, а может быть, просто обнять и словами сказать. А может быть, взглядом своим. Ну, пусть эти минуты будут ваши. Много друзей, которые тебя будут так же сильно любить, что в новой стране ты найдешь себя, станешь успешным. И мы будем с гордостью знать, что это было нашей работой. Поговорить.